Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании и Дракон Ксилофон. Я все время не мог вспомнить, как эта ерунда называется, с металлическими прутиками разноцветными, по которым нужно бить палочками с шариками. Оказывается, это ксилофон. Да? И у нас это, кстати, наш новый недельный дракон, которого нужно попытаться вывести. Так, я сейчас на самом деле пытаюсь вывести это камни комбинаха. Яд, по-моему, да, плюс апельсин. И это вот что-то из разряда... Блин. Ну, вот тут невидимые драконы, короче. Вот, по-моему... Нет, не ты. Блин, ну фиг его знает. Вот что-то я вот тут, вот, короче, что-то из вот этого. Так, нет, кодекс, нет, не то. Блин, ну нифига непонятно, да? Ну какой-то вот такой вот дракон, но не серебряный, какой-то другой я пытался вывести. То ли колдовской какой-то я пытался вывести тут. Короче, сам не знаю, что я тут пытаюсь сделать. По акциям у нас вроде ничего нет, а вот появилось совсем новое. Вы видите, как можно больше драконов. Приступаем. Пару часов назад появилось. Ну, в эту бойду я не участвую. А может, я вот эту фигню пытаюсь вывести? Кто скажет? По-моему, я вот эту фигню пытаюсь вывести. Питуя, или как так она называется. Ладно, я уже сам не помню. Не заходил в игру несколько дней. Скажем так, отдыхал от нее. Так, но у нас есть новый пациент. Вот это наш новый пациент, ребятки. И кто это у нас? Бегония. То у нас петуния, это бегония. Чего у нас идут какие-то эти растительные драконы? У нас что-то какая-то акция растительная. То есть эпик. Зелень, земля и энергия. Говорят, что дракон бегония, это цветочек такой, по-моему, появляется во время ссор, из-за чего его считают плохой пример. Ну да, это мы уже с вами читали. Это мы уже читали, давайте будем его кормить. Ну, кормить будем, естественно, на левел так 20. У меня еда стоит там на 2 дня, зарядил еду. А чтобы нужно было выполнить акцию, там как раз я сразу поставил еду на все фермы на 2 дня, потратил там сколько там, десятку миллионов, и сразу выполнил эту акцию, аж целых 3 кристалла мне за это дали. Да, вот такая вот, короче, бегония. Так, не, ну давайте еще раз. Иди сюда. Да, она так немножко такая странная. Как будто у нее ее за язык укусила пчела, и у нее сильно распух язык. Да, вот такая вот у нас вот эта бегония. Код дружбы 5B0F59, ребята. Не забываем, добавляемся. Так, забираем призы. Так, так, так. Всем, кто прислал, спасибо. Также не забывайте, это делается через отправить подарок другу. Да, и если у вас получается больше, чем 100 подарков, то все остальное, в принципе, лишнее вы там на 15 тысяч монеток можете обменять. Тоже, в принципе, довольно-таки неплохо. Кстати, а что у нас тут по акции клановой? У нас что-то идет? Так, подожди, чуть-чуть не туда куда-то попал. Во! У нас идет акция, да, черт, она не так давно началась. Не надо, не надо приласкать драконов. Ну давайте сейчас приласкаем некоторых драконов. А галушка хороший дракон для начала, то есть у кого вдруг нет. Так, ну это типа 1-3 приласкал, 5, 6, 7, 8, это, надеюсь, считается. 6, 7, 8. Так, а это что такое? Блин, куда это мне перебросило? Темный лед. Ну, типа 10 уже приласкал. Типа 13. Я просто надо посчитать, как оно работает. 14. Корица. 15. Что-то не хочет ласкаться больше. 15. Так, вот наш этот. О, 16, 17. Ну, где-то так, правильно. За каждую монетку нам дается. Вот еще давайте приласкаем дракона. Вот такого. Овен. У нас еще 2 дня идет. Кто не успел, да, еще может попытаться его вывести.
Так, руны нет. Ну и на арену мы пойдем, попытаемся там что-то раздобыть. Что у нас здесь? Какие успехи у нас? Кутер. Так, ребята, мы кутера когда-нибудь выведем в этой жизни? Мы уже кутера полгода не можем вывести. Так, секундочку. Так, а Буна у нас еще нет. Да, Буна я еще не собрал. А что дает сундук сокровищ со случайными наградами? Большой ценности, интересно. Ребята, как там, у кого, кто пользовался этим сундуком? Оно там что-то стоит того? У нас сейчас золотишко. Снижает, у нас репти снижает время появления на 1 час. Стоит в клане. Так. Ну, а мы что пойдем? Что пойдем? Так, что вот это 77 стоит? Друзьяки мои, что вы тут? Что за уведомление 77? Получение данных. Ну, вот так вот, короче, подарки не забывайте отправлять друг другу. Так, это у нас чатик идет, да? Это те, кто помог, да, сократить время. Большое вам, ребята, спасибо. Так, ну мы тогда идем в колдовству. У меня наконец-то сдвинули, да, 100 очков с меня содрали, то я долго держался выше 1000. Делаем вот так. Ну чё, погнали. Давайте на легендарные осколки глянем. 46-79. А, неплохо. То есть нам же обычные осколки не нужны, насколько я помню. Так, 100 у меня осколочков. 2000 этих кусочков, да? А ну-ка, слияние. Не, не слияние, а колдовать. А, если взять легенды, сколько, кому там сколько надо для начала. Нужны, да, вот такие вот обычные осколки. Это хорошо. Миха, листик, трабл. Чтобы тебя колдовать, что нужно? Ничего такого, я, в принципе, могу трабл колдануть, да? Мне 50 уровень нужен, да, был точно. Но у меня все мои основные драконы имеют 57, 54. А, ну и божественный, да, тоже у меня 56-й, Анубис. То есть это добро я могу колдануть, но у меня других осколков... Ну, они есть, да, вот у меня огня получается, мало огня. А ну-ка, осколки, идите сюда. Да, типа вот этих, блин, как дорого, 220. У меня как бы вроде и других осколков мало, но вот этих штук очков, блин, это жесть, как мало. Ладно. Пойдем сражаться. Лучший защитник 53. Ух ты, он свободен. Ну, 53 на все звезды. Они там все такие, что-то я чувствую, сейчас нам наваляют. 53-й. На все звезды. Это 4. То есть мы примерно равны. По силе. Ну да, чуть меньше половины мы сняли. Шевалье. Так, пушистый дракон. Это пока что хорошо у нас все идет. То был, наверное, единственный самый сильный. Обычно мы когда... На таком уровне попадается 50 какой-то уровень, то это обычно все такого уровня будут. Ну, типа вот 50 на все звезды, там, плюс одну заколдованные. Блин, ну вот это я не рассчитал. Придется использовать такое уж. Надо было брать вот то вот. Молнию надо было брать. Ну ладно, мы теперь боевой сундук завоевали. Нам нужно 3 победы. Так, ну неплохо, смотрите, 7 легендарных кусков. Жирно нам тут выпало. Жирненько.
Так, опять пошли какие-то ядреные. О, 50-й на все звезды. Отлично. Кто у нас пойдет? Трабл у нас помощнее. Листик пойдет. Листик у нас послабее. Листик у нас послабее. Ну, как раз, в принципе, я думаю, обычное усиление хватит. А, нам же зелье надо. Точно, точно, точно. 50-й на все звезды, мы 54. Разница в 2 уровня у нас. Но это самый сильный, может, там как бы не все такие сильные. Но тут, наверное, как раз будут все такие. Ну, он снял 20% жизни всего лишь. Сорок четвертый. Арктический или как-то у нас дракончик был. Легкотня. Легкотня. Вообще изи-катка. Ну, ничего ценного. Так, 57-й, самый сильный, на одну звезду. Это на самом деле не сильный дракон. И тот же, допустим, 56-й наш. Да, пустота, пустота, пустота. И вот так вот. Попробуем забодать. Скорее всего, он там один такой самый сильный. Вот это был у нас очень денежный дракон, ребята. Таких можно коллекционировать. Они приносят много денег. Так, вот 57-й. Там мы его так забодаем легко, мне кажется. Демоница. Из сериала «Сверхъестественное» у нас была только что. Она у меня есть. Ведьма. Метлой на хвосте. И Аид. Хрона Аид. Такой у меня тоже есть. Та-дам! Косарик я набрал. И мы выполнили... Это было 3 победы, да, по-моему? О, вообще, изи катка, мы, в принципе, сразу же можем сюда идти с самыми слабыми усилениями. 50-й на одну звезду. На все звезды. А, 50-й на все звезды. Ну, давайте попробуем. Ну, видите, сейчас хорошее время суток. Довольно легко мы находим не сильного противника. Было бы хорошо, если бы нам еще попался кто-то на максимально 40 уровня, чтобы еще один дом могли привести, как у нас было. Было не раз. Так, разница в 6 уровней, это много. И вот снова. Обычное усиление можно не жалеть много. Готово. Так, ну типа все, да? Ну да, в общем-то, надеяться на то, что нам попадется кто-то такой слабенький, как иногда бывает, не стоит. Так, ну задание мы выполнили. Это точно. Соберите на фермах. Ага, у меня на фермах через сколько часов еда будет готова? А, через 47 минут. В принципе, можно поставить эту штуку. Это у меня двухдневная пища готовится. Ух ты. А тут, если бы они еще писали, сколько у меня есть этих осколков.
А что? А, это книжечки, но книжечек у меня сейчас нет. Книжечки я сейчас сам зарабатываю. Ну, но бывает, попадется какое-то более толковое задание, вот обновиться бывает за раз, можно там 30 сразу себе книжечек заработать в ряд за там 15 минут. Так что это не беда, ребята. Не беда. Так, куда я хотел? Что я хотел сделать? Еду я поставил? По-моему, не поставил. Или поставил? Не по... Вот, теперь поставил, да? Все, сюда. Отличненько. Ну, все готово, ребятки. Что у меня там еще есть по драконам не выведенным? Так, вот... А, блин, а у меня петуя уже есть. Это прикольно. Это прикольно, да. Но я, в принципе, уже просто не успеваю в эту акцию. И что-то завтыкал. Она у меня уже там лежит явно дня 3-4. Ну, вот в эту акцию попасть. О, так, ну я могу Хроноса активировать. У меня же он уже должен быть свободен. Ну, как-то ускорим хоть это дело. Минус 6 часов. А, кстати, еду сейчас можешь собрать. Да, еда готова. Так, может, мы еще что-то успеем сделать тогда? Блин, все время классы не туда. Два рудника на карте. Отлично, давайте пойдем. Мне, может, наверное, стоит удалить легенду этой игру симулятора и заново установить, тогда, может, эти картинки начнут прогружаться. Какой-то глюк произошел. Вот и выполнили мы заданицы. Ну и гневом дракона пользоваться не будем. Ну вот тогда, ребятки, на этом все. Код дружбы я сказал. До скорых встреч.